the approach phase. Everything looking good. 3, 2, 1, engage. Впервые в истории рубрики «Один на один» сошлись два главных тренера. Литовец Римас Куртинатис, Химки, Московская область. И серб Зоран Лукич, баскетбольный клуб «Нижний Новгород». Тренерская дуэль. Кто сильнее, мы выясним в словесной дуэли. Внимание на экран. Сложное? В первую очередь, это сложность иметь хороший контакт с игроками. Я думаю, это психология с игроками. Я спорю со своим? Это часть работы тренера. Каждую игру судья, как и игроки, допускает некоторые, скажем, ошибки. Конечно, есть какие моменты, когда тренер недоволен. К сожалению, такие моменты бывают. Обычно 10 отжиманий, 6 площадок бежать. Это чисто спортивное наказание, которое не просто унизит игрока, а это дает тоже пользу. Ты становишься крепче. Обычно наказуем все остальные игроки, кроме этого игрока. Досмотрит, как его партнеры выполняют никакое тяжелое задание тренера, он остается со стороны смотрит. Нету таких вещей, которые могут меня отвлечь. Ну, не знаю, там какой-то метеорит, может, мог бы. Группу подружки я ни одну не успел увидеть, даже эту нижегородскую. Нет? Не думаю. Тренер не прав. Я думаю, да, это когда человек, не только тренер, когда признает свою ошибку, я думаю, да, это качество. И да, со этим признанием он может прогрессировать. Тренер хочет быть прав. И есть такое, скажем, даже если тренер не прав, и дашь игрокам сомневаться, что ты был не прав, может быть так, может так, это тогда ты потеряешь управление командой. Тренер. А тренер как всегда, да. Все видят игроков, когда что-то плохо, все видят тренера. Это так уже сложилось, и это часть нашей работы, и от этого никуда не деться. Обычно команда ставится на центре поля, получает аплауза. И это обычно бывает без тренера. Поэтому, наверное, из-за этого произошла такая поговорка. У меня дома есть удочка, есть ружье. Ружье? Молодец, охоту любит, наверное. Летчиком? Таксистом. Я тебе могу сказать, это некая традиция из моей семьи. Честное слово, ты хотел стать таксистом. Это я не могу сказать, а другие должны сказать. Ну, многие говорят, что да. Надо найти, какое слово про меня, это справедливо. Доказываю свою правоту. Силой нет. Жестким словом. Тренируются все, и те, которые хорошо умеют, должны некоторые вещи доводить до совершенствования. Без тренировок, конечно, игры, без мяча, площадки никто не может стать. Сам баскетболист.